Не под сирену, не от ложки, а под музыку и свет гирлянд. В больницу Пирогова прибыл необычный экипаж. Дед Мороз и Снегурочка сегодня радуют маленьких пациентов ожогового центра коробкой новогоднего счастья. Сплошь леса, снега, метели, со Снегурочкой поспели. К вам сюда, чтобы сделать праздник яркий, чтобы вручить свои подарки. Коробка новогоднего счастья – акция, в которой приняла участие целая бригада добровольцев из Ленинского района. Сотрудники администрации, депутаты, педагоги, дети и родители 81-й школы. Общими силами собрали сотню самых разных подарков для детей. В преддверии Нового года они оказались в стационаре. У нас детишки всегда есть, к сожалению, и даже на новогодние праздники. Сейчас у нас лежит около 16 человек детей. Кого-то мы успеем выписать, кого-то нет. Спасибо большое, кто это сделал, это такой, скажем, сюрприз новогодний, новогодние подарки детям. Конечно, это очень приятно. Мы знаем, насколько это непросто в предновогодние праздники деткам находиться в больнице. Поэтому решили создать хорошее настроение, привезли настоящего Деда Мороза, Снегурочку. А сейчас мы планируем еще объехать все отделения для того, чтобы порадовать всех и добавить хорошее настроение. Здоровья и счастья, хорошей погоды! С Новым годом, друзья! Будьте счастливы! Из больницы Пирогова автобус новогоднего счастья направится еще в одно детское отделение, чтобы вручить вторую коробку с подарками и поддержать у детей веру в новогодние чудеса. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.